Сегодня хоккеисты ярославской молодежки провели первую тренировку. Под руководством главного тренера «Лока» Игоря Горбенко они занимались на открытом воздухе и в тренажерном зале. «Локомотив» формирует составы команд для участия в турнирах всех трех хоккейных лиг – КХЛ, ВХЛ, МХЛ. За молодежку будет выступать форвард Вадим Хлопотов. Он вернулся из океана, где выступал за клуб юниорской лиги «Онтарио». Место в основном составе ему там не доверяли. Сейчас доволен, что «Локомотив» вернулся. Ожидания. Что, надо работать над собой, попадать в высшую лигу. Я думаю, возможно все. В принципе, реально. Вот, а в «Зенит» не знаю, с кем поставят, с кем будем играть. Полную версию первой тренировки ярославской молодежки можно увидеть на официальном сайте «Локомотива».